Буквально несколько минут назад, друзья, всем известную российскую певицу шансона Любовь Успенскую скорая помощь забрала прямо из Кремлевского дворца культуры. Сегодня рано утром она должна была там выступить своей новой песней. За несколько минут до выхода на сцену Кремля ей стало плохо, и она потеряла сознание прямо в гримерке концертного зала. Ей оказали первую медицинскую помощь друзья, которые в тот момент находились рядом, но пришлось вызывать скорую. Сообщается о том, что она сейчас находится в одной из лучших больниц города Москвы в очень тяжелом состоянии. Что произошло с ней, не сообщается. Следите за новостями, друзья, и уже завтра рано утром на нашем канале раньше других появятся подробности этой трагедии. Вы сами обо всем узнаете. До скорых встреч, берегите себя и следите за нашими новостями.